Сегодня 15 января 2022 года. Я в лесу. И что я хочу сказать. В зимнее время очень важно прикармливать птиц и животных, которые не впадают в спячку, не улетают. И которые не перебираются поближе к человеку, то есть в селение. Это лес возле моего поселка. Я здесь недалеко живу. И я вас тоже прошу, занимайтесь прикормкой птиц. Вам будет плюс в карму. Значит, выглядит это примерно так. Конечно, возможны и другие варианты. Это из бумаги. То есть ничего страшного, если она здесь останется. Пластиковый мусор я забираю с собой. У нас, в принципе, продаются прикормки. А если нет, конечно, можно самому сделать. То есть вот это я все уберу. И постараюсь как на большее расстояние разнести это, чтобы как можно больше птичек смогли попировать. Здесь я уже освободила от пластика. Ну, так это все выглядит. Сегодня вот солнышко у нас пробило. Обычно у нас туманы густые стоят. Все. Хорошего вам дня. Пока.